Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, добро пожаловать в Майнкрафте, сегодня мы продолжим нашу рубрику, где мы убиваем друг друга. Эй, да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями сумасшедших ученых. Только благодаря вам мы продолжаем эту рубрику. Да, и вы прекрасно знаете, что сейчас надо делать, конечно же, влепить огромный палец вверх на наши два видоса. Давайте наберем по 15 тысяч лайков и сразу же выйдет следующая серия. Поэтому, ребята, все зависит только от вас, а вы побежали. Согласен, компаньон, погнали, быстрее. Давай. В общем, ребята. Сегодняшняя карта у меня будет про небольшую такую магию. Я ее назвал Хрюхогвартс. Хрюхогвартс, да. Не знаю, почему Хрю, что-то хотел связанное со свинкой, но неважно. У Жеки сегодня будет очень такая необычная задача. Ему надо будет скрафтить магическую палочку и потом найти место, где ее можно будет применять. Я вам не скажу где, я вам не скажу, как Жека умрет, что он найдет и многое другое. Но потому что интрижка, надо сохранить какую-то интрижку. Но, ребята, я еще расскажу в первую очередь. Лайки, это, конечно, круто. Но, ребята, перед лайками не забывайте подписываться на канал и, конечно же, нажимать на колокольчик. Это самое главное, если вы хотите узнавать, когда у меня стримы, когда у меня видосы, в ту же секунду. Как только они появятся, вы в ту же секунду получите уведомление на ваш телефон или компьютер. Поэтому обязательно подписаться, кто еще не подписался, кто там думал, а, да потом, нет! Сейчас, не потом, сейчас, и колокольчик. А мы отправляемся к Евгению. Евгению мы сразу же, как обычно. Вообще, на изи просто найдем способ, как умереть на его карте, а потом вернемся на мою. Поэтому погнали, давай. Компаньон, я тут. Компаньон, вы знаете, что вот вчера вышел новый сезон Игры Престолов? Вот вы знаете? Ну, знаю, есть такое, вот, есть. Вы смотрите, как бы, этот сериал, наверное, я так предполагаю. Да. Интересно, кто меня на него подсадил, а, компаньон? Даже не знаю, такого не знаю. Вот, короче, Эдисон, это карта по мотивам Игры Престолов. Как ты видишь, это стена, которая отгораживает весь мир от всякой нечисти. Вот. От радужного писюна, да, который там торчит. Нет. Вот, и понимаешь, Эдисон, ну, в этой рубрике тебе нужно умереть, да? И, наверное, тебе, чтобы умереть, нужно попасть к этой самой нечисти. Как ты это сделаешь? Действую, как бы действовал. Один девять у нас. Ты нашел какой-то пароль, ты молодец. Я молодец? Думаешь? Да. Прям молодец. Эдисон, это дерево не трогай, это священное дерево. А почему? Ну, здесь клятву приносят. А, ну хорошо. Вот. Так уж и быть, я ничего не буду делать, ничего. Так, а что мне надо найти? Мне надо найти 4 цифры, да? Да, ты нашел пока только одну, да? Полагаю, так, одну, только одну, да. Ну давай ищи. Это черный замок, если ты не понял. Компаньон, это сложно. А что ты хочешь сделать? Да там я просто сундучок какой-то вижу, вот, какой-то сундучок я там вижу. Там, да. Я на него не могу клацнуть, не могу. Не можешь клацнуть? А, нет, могу, вот. Только я пароль не знаю. А вот, это для чего циферки-то собираешь? Вот циферки, говоришь, циферки, да? Только где тут еще циферки могут быть, а? Ну, вот и тебе еще 3 цифры нужны. Давай. 3 цифры, да? А где их могу увидеть, у меня такой вопрос? Вот я не знаю, один, я вижу один, это... Ага, я тебе дам подсказку, это последняя цифра. Ага, последняя. То есть первая у нас 9, да, потом бла-бла-бла и 1, да? Да. Вот именно так. А там больше ничего нету вот тут на стене? Нет, я тебе дам подсказку, здесь ничего нет больше на стене. Ну хорошо, спасибо за подсказки, конечно, спасибо, вы очень благородный молодой человек, да. Да, я знаю, Эдисон. Я пошутил. Это не так, да, это не так. Ну, давай ищи. А, где еще? Я не могу понять. Может, где-то вот здесь, тут где-то вот что-то должно быть. 3-8! 9-3-8! Да. Подожди, что-нибудь, подожди, в общем, 9-3-8. Ну, то есть третья цифра 8. То есть 9-8-8, да? Нет. В смысле нет? 9-8-1, да? Да, теперь ты прав. Ясно. Так, до меня допёрло просто. Последняя цифра. Последняя цифра, последняя. 2? Да. Да? Нет.
Нет. Да. Да вот два, вот цифра два, посмотри, специально так построил. Вот два. Где, где? Вот цифра два. Вот смотри, смотри на забор. Цифра два. Да нет, нет, Эдисон. Что-то подсказки у тебя, не подсказки, можно так сказать. Ну, мне кажется, где-то с деревьями, что-то с деревьями связано. Да я понял, я понял, да, то, что с деревьями, ну, хрен его знает. Да. Один цифра, не? Нет. Ну, что-то в деревьях находится. Вот в деревьях, да? Где-то, может быть, тут. Да, молодец, так, молодец, Эдисон. Два, подожди, 2-4-8-1, да? Да, все верно, все. Нет. Да как нет? В смысле, а, ну, 9-4-8-1. Да, да, теперь верно. Теперь давай, тыкай на сундучок, открывай, быстрее, быстрее. Так, что в сундучке? 9-4-8-1. Что там? Всё! Ничего. Там ничего нет? 9-4-8-1. Ничего нету. Ну, это, видимо, какой-то лаг. Ну, там должна быть карточка, на. Так! Мы так с тобой не дружим! Или сразу давай карточку, или не заставляй меня вот эти сундуки открывать. Не-не-не-не, а почему? Как там нету? Да вот же реально так. Нету. Вот магия-то. Ага. Клятва, ключ от стены. Они... Эдисон, чтобы, как бы, понимаешь, чтобы попасть выходить на стену, ты должен стать настоящим дозорным, понимаешь? Я понял, да. Вот, для этого должен принести клятву. Клятву. Ой, прям лорд-командующий, да? Я как? Да. Я отвечаю стоять на стене. Своей девственностью. Так нельзя. Пойдем, выходи отсюда. А что я сюда зря пробирался вот это все время? Ну как бы, чтобы произнести клятву, ты должен стоять возле священного дерева. А, точно. Так. А вот смотри, я говорю слова, ты за мной повторяешь. Хорошо, я постараюсь. О, великий писюн. Я буду всегда служить тебе. Это неправда, но ради клятвы я буду всегда тебе служить, да. Скажи, Эдисон показывал писюн. Я ничего не показывал. Ты меня не надуришь, я ничего не показывал. Да, Эдисон показывал. В общем, и чтобы еще тебе такое сказать, ну... Ну ладно, в принципе, хватит с тебя. Хватит! Да, хватит. Хватит с меня. Так, броня кого? Дозорного, да? Да, так, подожди, ты теперь достаточно дозорный. Ой, тяжелая броня какая-то, тяжелая. Так, берем ключ от стены. Ага, и да. валим отсюда. Тебе можно ставить его только на красный блок. Ну, да? Так, понятно. Да. А если я дальтоник? Ну, кстати. А ион у меня синий почему-то. Но я-то не дальтоник, поэтому поставлю на красный. Так, хорошо. Как только в ночной дозор взяли, Эдисон. Эдисон, ты вот ничего даже не послушал, знаешь, тут с лифтом проблема, он, короче, вообще должен был ехать наверх, но какой он лифт в Игре Престолов, какой лифт? Ну это там лифт, короче, вот он почему-то поехал вниз. Короче, Эдисон, подсказка, тебе нужно здесь найти... Способ, знаю, как умереть, да? Да нет. А ну, чё? Может быть, да. В общем, давай, Эдисон, ищи что-то. Давай подсказки! Не, вначале ты должен кое-что сам найти, а потом я тебе дам подсказку. Все очень просто. Просто где сюда выход? Выход сюда нужно найти. Да выход. Ты заколебал! Еще выходы какие, дайте сдохнуть и все. Давай, выход. Ты туда сам попал, как бы. Я тебе не говорил в лифт вставать. Сам застал вот сюда. Ага, конечно, не говорил. Да. Кого ты обманываешь? Просто сам зашел, тыкнул ну там. Ну да. Ой, опять на начало вернулся. Ой. Да твою-то мать, а! Ой. Так, что такое? Ты идет у нас, Эдисон, идет. Ничего ой, не опять понятно. Тупик. Опять ничего тупик. Непонятно, куда он, чё, как, ой, куда. Как это комбо этот всякий. Во, я да, так же считаю. Так, вот сюда, да, вот сюда. Ага, не доработочка. Так. Ага, ну давай, давай. Ну потому что ты мне мешаешь, придурок! Так, ага, и чё это? А чё, дезертил? Дезертир или что? Да ты как-то в тюрьму попал, если... Как? Я ж дозорный, как я в тюрягу мог попасть? А вот как-то так вот получилось. Блин, на лифте надо было кататься. Короче, Эдисон, тебе нужно найти в этих катакомбах блок, который выделяется. Ты чё, охренел? Это месть за твои испытания. Давай, найди блок, который выделяется. Это очень просто, в принципе. Ты чё, охренел, у меня такой вопрос? Понимаешь, тут всё сделано из одного блока. Тебе нужно найти тот блок, который выделяется. Ну вот камень, вот выделяется камень. Ну, нет. Или там не считается, там не считается, да? Не считается. Вот именно в этих катакомбах. Вот, нашёл. А зачем вы так быстро? Да потому что я создатель вот этой фигни. Ты меня не сможешь надурить, не сможешь. Так, ты ж падла, ну я ещё не придумал, как тебя... Да, конечно. Да, компаньон, вы постарайтесь в следующий раз, постарайтесь. Да, если мы 15 тысяч лайков наберём под серией, вот тогда я постараюсь. Наберем
не постараюсь. Давай, давай, Эдисон, быстрее! Быстрее, давай на стену, залазь, 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 залази! Молодец, молодец! Опа! Белые ходоки. Ну что, Эдисон, прыгай. Да, я побежал. Здрасте! Давайте, давайте! Да что ты так долго меня бьете? Давайте, давайте, да... Нет. Жалко. Да, конечно, очень жалко, да. Я согласен. Пройдемте на вашу карту, пройдемте. Да, мы, в принципе, да, мы можем. Да, зима близко, да. Но мы справимся с вами, компаньон. Пошли, пошлите, пошли. Пошли, ну вот, компаньон, да. Проходите, проходите. Вы собираетесь Хрюхогвартс. Хрюхогвартс. Хрюхогвартс, хорошо. Хрюхогвартс. Мистический город магических свинюшек. Хрюхогвартс называется. А да. Я типа Гарри Хрюха. Гарри Хрюха, может, да. Вот. Ага, хорошо, поэтому хорошо. Вам нужно. Не, туда вам не нужно, точно. В общем, компаньон, в общем, вам нужно скрафтить волшебную палочку и найти ей применение. Вот. Ага, волшебную палочку. Вот. А волшебная палочка состоит из 5 элементов. Ой, сложно. Но тебе надо найти 7 элементов, чтобы потом еще добраться до Хрюхогвартса, открыть туда портал и вот это все. Вот. Ой, да. Сложно. Не-не-не, сюда тебе не надо запрыгивать, не-не-не, сюда тебе не надо, да, да. Так, а может быть туда? Не надо. Туда, а вот туда, мне кажется, надо, да. Ага, пароль. Пароль. Я не могу туда вылезти! Пароль. В общем, пароль. Пароль это ответ на мой вопрос, компаньон. Во сколько лет умер Дамблдор? Сколько ему было лет, когда его закукошили? Ты не знаю, но больше 100. Да, правильный ответ. Дальше. Предположение, предположение. Да блин, а 4 цифры? 3. Ну ему же не больше 1000, а тут же 4 надо. Там 3 а надо. Я опять застрял, застрял! Там 3 надо, 3 цифры, давай, давай, 3 цифры, какие? Больше, чем 100, 100, да. 120. Меньше. 115. Больше. 117. Меньше. 116! Да ладно, как ты угадал же! Ура, ура, отлично. Тогда проходи, проходи. Ага. Так, в общем... Ага. Как умерли родители Гарри Поттера? Ты знаешь, да? Ну их Волан-де-Морт убил, да. Да, но во время того, как они умирали, его мама наложила на Гарри Поттера заклятие. То, что да, типа до определенного возраста он будет неуязвим, ненаходим для Волан-де-Морта. До скольки лет на нем лежит заклятие, Жека? До 14 вроде, нет? Больше. До 15? Нет. До 16? Нет. До 17! А давай сразу! До 17, до 18 и так до 100, давай каждую цифру. Не, ну подожди, давай так рассуждать. В первой части Гарри Поттера Волан-де-Морт еще не мог дотронуться. В второй части дотронулся только потому, что там как-то там он что-то... Да, 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 дальше, дальше. А в третьей не было Волан-де-Морта, в четвертой был, и там он уже мог дотронуться. А в четвертой было ему сколько? Где-то 15 как раз. Чуть больше. 16? Или 17, не знаю. 17, да? Да! Так! Ага, отлично, железо! Кто это? Кто это? Ой, я еще золото купил. Это Ротарон Уизли. Да, 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 хорошо, хорошо. Молодец! Молодец, молодец. Все, убирайся! Убирайся! Да, в книжках тут ничего точно нету? Нет, в книжках точно ничего нету. Ага, нашел. Book button, спасибо. Я ж сказал, ничего нету. Обратно поставил! Обратно поставил! Жека, поставил обратно, тебе не надо. Вообще, как бы на моей карте вот это тебе не пригодится, поэтому поставь обратно. Да не пригодится. Да, конечно. Жека, поставь обратно, я сказал! А ну вернул сюда! Вернул сюда! Нет! Нет! Ну хорошо, хорошо. Когда умер Волан-де-Морт? 120 чё? 129. Да нет. Да блин, Эдисон! Ну давай, 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 думай! Ты только что говорил за цифру! Склерозник! Я забыл, 117. Да? Нет, 17 это Гарри Поттера. А Дамблдор? Да я застрял в этой хрени, не могу вылезти! 116, дебила, кусок! Ты 3 секунды назад называл вот эту цифру! Эдисон, я застрял, не могу отсюда вылезти. И теперь тогда сейчас загрохаю и все, них. Давай выходи! О, ага, 116. Фух. Ой, какой отлично. Же ты. Так, давай, 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 так, давай. Так, это просто давай. Могучая, странная вот эта вот карта. Да, вот да, да, карта, да, да, конечно, конечно, конечно. Так, нет, эта фигня не открыла. Опа! Как ты открыл? Это ты мне его открыл, блин. А, это я открыл? Хорошо, это я тогда тебе там закрою. Хорошо. И ты не сможешь вылезть, я надеюсь, что эта фигня работает. Закройся, дверь! А что тут ничего нету? Ой, там есть, ты просто слепошары.
Да. Да. Опа, все. Ты больше не вылезешь. Все. Алло. Алло. Все. Жека, там есть, там есть, там есть. Тебе надо. Что ты видишь? Я вижу сундук, все, отлично. Вот ты четырюга, четырюга. Так. Подожди, а букбаттон можно ставить на любую книжную полку? Да. А если я не туда поставлю? А тебе надо туда поставить. А вот я вижу, это здесь дверь. Ага! Зашел, зашел. Так, ну у тебя большие шансы. Ага, майнкарт! Ты что, читер? Как ты вообще сразу обнаружил, что там что-то есть? Короче, у тебя, как я понимаю, есть большие шансы попасть в Хрю Хогвартс, как я вижу. Да, ага. ты способный ученик. Подаван, давай, пошли, пошли. А как мне туда выбраться теперь? Как тебе выбраться? Просто ну, берешь и выбираешь. На той в смысле? А как бы на этой он тоже есть. Вот в чем да? Прикол, да. Ты поищи. А. Ты поищи, ты поищи. Вот там где-то возле входа поищи, да. Я не знаю, входа? Я не знаю, да, где-то, а может не возле входа, я не знаю, Евгений. Да, Эдисон, дай подсказку, пожалуйста. Нет, нет, тебя тут мало места, тебя тут вообще мало места, и тут все очень даже заметно. А тут вы хотя бы так, там это все скрыто, как-то мне нужно все втыкать или? Нет. А, то есть я это как-то... А, ну подожди, я, кажется, понял. Не-не-не-не, ну ты уже тыкал, ты уже туда тыкал, Жека. В смысле? На алмазные блоки? Ага! Понятно, понятно. Это же Хогвартс, да, я понимаю. Это же магия. Хогвартс, это же магия. Да, так, да. Тут без слов. Просто без слов. Я просто забыл поставить книжечку. В смысле забыл, как бы? Это Хогвартс? Да, я понял, да, это магия. Да, 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 это магия. Так, куда мне заходить? Так, куда тебе заходить? У меня тоже такой вопрос. Мне, видимо, нужно вот куда-то в этот центр, только я не знаю, как там попасть. Я тоже на самом деле не знаю. Не знаю. Скрытые проходы какие-то? Какие скрытые проходы? Нет там никаких скрытых проходов. Где? Ага, понял. Ну а вот скрытые. Ай, да. Ну как ты так сразу все обнаружил? Гермиона, Гермиона! Это Гермиона? Да. Ты мне не надо меня тут бить, хорошо? Это не троллинг. Не надо! В смысле не троллинг? Ну как бы я тебя хочу убить. Вот, давай, прыгай. В общем. Эй, тебе надо найти способ, как перебраться на другую сторону. А ты меня можешь подтолкнуть? Не-не-не-не, так не работает, не работает так. Ну, ты всегда помни то, что это Хогвартс. Тут ну есть... да, да, я понимаю, что тут куча таких скрытых проходов, я понимаю. А, нет, не куча, не куча. Очень даже мало, на самом деле. А, да. Ну, я уже было до хрена, как бы. Не забывай, потому что это место магии, да. Ты не там ищешь. А где надо искать? Ну давай, 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 ищи, давай, давай, давай. Тут где-то? Я не знаю. Ну ты, в принципе, можешь и тут остаться. То есть, подожди, это вообще как-то должно выделяться или это просто рандом? Да я не знаю, на самом деле. Какой у нас Евгений слепошарый, да. Я тоже это заметил, ребятам. Да что? Чё, ты что-то там тыкал? Нет, ничего не было. Ну блин, ну так там раньше хотя бы какие-то блоки выделялись. Что ты опять открываешь? А, ты эту штуку или нет? Что там открываешь, я не могу. А, вот. Ты такой слепой, Евгений! В смысле слепой? Эдис, ну у тебя все просто, ну как бы. Ну как бы вот, нажимаешь, открываешь. Короче, ну, и давай, покупай. Что там можешь купить? Кучу палочек могу. Кучу взять. Палочек? Ты молодец. Вот. У тебя. Ты назови свои ресурсы, какие у тебя есть ресурсы. 2 золота, тележка и 3 палочки. В общем, тебе надо еще одно золото и еще что-то. Золото и центр волшебной палочки. Вот. Крутой паровоз, Евгений, согласись со мной. Очень такой красивый, да, красивый такой паровоз. Красивый, да? Красивый. Ну я ж там уже был. Был бы ты поумнее, ты понял то, что я называю красивый паровоз, потому что там подсказка какая-то! Я понимаю, я сейчас бегаю вокруг этого паровоза. Сейчас пытаюсь что-то найти. А, ты просто, ты уже нашел, только ты не заметил. Обратно, обратно возвращайся. Да, где-то? Не-не-не-не-не, за поездом. А, в смысле, вы с той стороны. Да. В общем, я как бы понимаю то, что ты еще ученик, ты еще нубас, да? Потому что тебе надо давать подсказки, но не настолько. Так. Дальше пробегай, дальше. Ага. Так, подожди. Дай мне собрать. Ага, вижу.
Так, все золото, отлично. Да, да. И самая, самая такая, самая выделяющаяся часть на вот этой карте. Да, вот где-то тут, вот где-то, да. Нет, стрелочка такая, стрелочка. Ну это я понимаю, там карточка нужна. Не туда. А, вот сюда? Ага! Неужели? Хорошо! Так, давай крафтить волшебную палочку. Давай. А и так, если что, я должен тебе крафтить, так, да? Да, тебе надо скрафтить волшебную палочку. Давай, заходи. А какой крафт? Ну ты додумайся. Ты же идешь в Хрю Хогвартс. В смысле, ну что-то какое-то странное. Ну, давай. Крафтится как меч. Нет, как кирка, только посередине что-то необычное. Почти. Тебе нужно две палочки, правильно? Нет, тебе одна палочка нужна. Одна палочка, после палочки идет центр волшебный. Да. И потом сверху три золота. Почти сверху. Да, одно сверху, одно не сверху, другое тоже не сверху. А, понял, instant golden one. Да, 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 да. Так, молодец, ты прям молодец, как я вижу, да. Ну, с тебя выйдет маг, хоть туповатенький, можно так сказать, но выйдет. А, я, кстати, умею этой штукой пользоваться, я могу ей воспользоваться, да? Угу. Хоть что могу здесь сделать? Нет. Определенный блок только. Я даже надо вспомнить, там вроде лестницу можно преобразовать. Ну так ты залезь сначала, открой вот этот люк. А, у меня карточка откуда появилась. Откуда-то? Потому что это Хрю Хогвартс. Ну ладно, ладно. Так, подожди, я должен поехать? Да. А, я должен типа нажать на вот эту штуку. Опа! Как это так? Ты что, магией владеешь? Ура! Поехали! Да-д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 а! Выпрыгни с вагонетки! Опа. Хорошо. Я могу... Прикольная штука, этот инстант банк. Да, я могу тебе похлопать, потому что ты справился со своей задачей, но, конечно, к Хрю Хогвартсу ты уже не сможешь долететь, потому что потом, да? Но все же. Компаньон, мы с вами справились, мы придумали новый способ, как сдохнуть. Прикольно. Я даже порадовался немного, то, что вы подохли. Вот. В общем. Спасибо, да. Спасибо. В общем, что я могу сказать? Ребята, вы также, если хотите видеть новую серию способов умереть, то обязательно ставьте лайки и на мой, и на Жекин видос. Давайте наберем по 15 тысяч лайков, и сразу же выйдет следующая серия. И да, ребята, также не забывайте подписываться на наши инстаграмы и подписываться, конечно же, самое главное, куда? На канал! Да, компаньон, да. Да, вот. Вот, ребята, лайки, подписка, и мы будем тоже рады. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Пока.